У мексиканцев есть танец «Эль Сон», где исполнители изображают хромого человека, черепаху или поезд. Не знаю точно, что изобразят сегодня для вас Юля и Петя, но точно знаю, они едут в Мексику! Такая пара, мы от вас ждали чего-то вообще сверхъестественного. Я думаю, что ты могла сделать больше, больше и больше. Вот если бы мне сейчас кто-нибудь подарил коробочку, а в ней было бы написано «Сила», я была бы очень счастлива. Если ты на правой ноге стоишь, то это будет удобно. А эту ногу можешь положить вообще... Юль, да ты на ботинках. Ты можешь ботинком чуть-чуть как бы вот так вот ехать. Вчера мы катались допоздна. Ай-ай-ай! Пролезай, пролезай туда! Я не могу туда пролезть. И у меня уже ничего не получается. Вестибулярный аппарат уже, по-моему, не работает совершенно. Я так... Еще раз. Еще раз. Ой! Она уже просто там с ног валится. Ну что ж, надо еще пару раз делать. Юлечка, куда ты ползешь? Ну стой ты как-то. Куда надо мы? Я не понимаю, куда надо. Мы же видим, что не мы одни растем, растут все пары рядом с нами. Мы никак не можем от них отставать. Нам обязательно нужно делать, 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 делать. И поэтому мы, конечно, из катка не выходим. Я все сделала! Реклама застала нас в пути. Мы ее переждем и продолжим. Будьте рядом! Что может быть лучше путешествия в бархатный сезон в приятной компании? Только танцы на льду. Бархатный сезон. Встречайте пару номер 11. Блестящая мексиканка Юлия и турист из России Петр Чернышов. Мои губы за тех, кто меня любил, но танцевала румбу я в этот раз с другим. Когда ты меня увидел, ты изменился в лице. Луис, кому ты ревнуешь? Это твой друг Хосе. Акапулько, ай-яй-яй-яй. Нет, на самом деле это достаточно сложные для меня были параллельные шаги.
Ну, мы их делали каждый раз. Пойдем сделаем. Браво! Давайте их поддержим. И еще Юлия Блестящая с Петром Чернышевым. Браво! Давайте смотреть потом. В соревнованиях всегда бывают неожиданности. Даже лидеры иногда допускают ошибки. Но самое главное, что очень интересно и композиционно построен этот номер. Посмотрите в программе, какие сложные шаговые дорожки. Это великолепный твизл в исполнении Петра Чернышева на руках с партнершей. И вот как работает ребро конька. Очень хорошо переходят спортсмены с внутреннего на наружное ребро, на носок, на зубец. И вот эта вот поддержка тоже высшей категории сложности, поддержка звезда. Может быть, в какой-то момент Юля наступила на морского ежа, поскольку они были в Акапулько. Итак, что теперь скажут судьи? Игорь Бобрин, 5,5. Ирина Моисеева, 6-0. Ура! Николай Сискоридзе, 6-0. Ура! Андрей Миненков, 6-0. Елена Чайковская, 6-0. 29,5 балла. Есть справедливость на земле. Игорь, ты остался в одиночестве. Просто да. Маска, Латиш, я вас знаю. Латиш, я вас знаю. Как ни странно, вот они повторили без музыки. У них прекрасно это получилось. К сожалению, музыка кончилась. У них вот всегда в творческом плане либо недолет, либо перелет. Ну, в моем понимании. Мне так хочется, чтобы они попали в центр, в яблочко. Сегодня что было? Недолет или перелет? По моей оценке, недолет. Спасибо, что чуть-чуть намекнули на падение. Никакого падения не было. Замечательно ты вывернулась и продолжала танцевать. Но вообще очень сложный танец. Вы делали такие совершенные шаги, что мало кто из конкурсантов может с вами сейчас сравниться. Я вам говорю искренне. Спасибо вам огромное. Я, честно говоря, я очень-очень сильно как раз переживала за эти шаги, потому что они для меня настолько сложные, настолько новые. И спасибо Пете, что он поверил, что я могу их сделать, потому что я, когда посмотрела первый раз, я сказала: да ты что, с ума сошел? Я никогда в жизни это не сделаю. А он каждый день заставлял меня по 5 часов в день делать эти шаги. На самом деле, я считаю, что иногда вот такой вот небольшой сбой дает больше спортсменам, чем идеальное исполнение программы, потому что именно в эти моменты человек на льду растет как спортсмен. Юль, скажи, тебе очень важно, чтобы Петя тобой гордился? Мне это крайне важно, потому что на данном этапе жизни он мне самый близкий человек в жизни, потому что столько, сколько я вижу сейчас Петя, я не вижу с ни с одним человеком. И, конечно, мне важно, потому что он отдает все свои силы и эмоции, и дарит их, и как бы вкладывает в меня. И когда я не отвечаю ему на эти эмоции, мне очень грустно. Вот, и я очень стараюсь отвечать на все твои эмоции. В зале эту пару поддерживает знаменитый венгерский скрипач, лауреат премии Эмми Эдвин Мартин. Я очень люблю фигурное катание и написал много музыки для этого гениального вида спорта. Приехал специально в Москву поддержать мою любимую пару, Юлю и Петю, на свое шоу Страдивариус на этой неделе, где я буду играть на уникальной скрипке Страдивари, на которой 300 лет назад Паганини играл. Я для вас играю. Thank you.
спасибо. Поддержите эту пару. По телефону 8-803-333-5011. СМС с цифрой 11. Отправляйте на 6060. Юлия Блестящая, Петр Чернышов.